Вопрос задать по сути с пути, не отклоняясь. Умеем ли поставить, чтобы истину узнать? Вопрос есть опыление, тычинки тайной зависть. Ответ плоды готовит, умеете только снять. Адам, где ты? Несчастного создатель вопросил. К раскаянию ответ Адаму предлагая. Адам был наг, одежду доселе не носил. А согрешив увидел, что плоть его нагая. Ответ его не тот. А поясанием листьев, попыткой прикрыться, лишь больше обличало. А плод потом дозрел со скоминой кисти, той кисти, что потом, мельчая, одичала. Какой бы грех ни видел в себе или в другом, весь уголовный кодекс пророка Моисея. Вопросы сразу ставь, к чему же мы придем, когда и кто в сердцах нам плевел и посеял? Ответ над всем такой. С потерей страха Божия, неверие в Христа есть корень злых желаний. А детство был посев, а к старости умножило. Не прополоть, не выдергать, очистит только пламень. Когда придет конец, и будет ли война, и этот царь последний, как соименный первому. Такие вот вопросы смущенного ума страшат воров и блудников, внезапная проверка. А надо бы не так и не о том выведывать. Но если нам возможность прощения получить, ответ, пока свидетели об этом проповедуют, пока во тьму духовную вонзаются лучи. Покаяться спеши сейчас же, но не завтра, немедленно прими Христа своим спасителем. Здесь ждем, боясь развязки или большого штрафа, страшат решетки, проволока или фуражка с кителем. А это-то подумаешь и ничего не значит. Для многих очистилищем к святому послужило. Убойся нераскаянным уйти, да и тем паче гиенна, черви, тартар к себе приворожили. Где ты, Иван, Мария, о, дети неразумные? Христос с креста ко всем нам руки простирает. Какой ответ дадим раздетые и разутые? Христос, омой в крови и облеки нас в праведность. 22 сентября 1986 года.